Человеку нужно научиться любить друг друга. Не говорить о любви, о чем так много говорили уже до сего времени, а именно исполнить ее. Только тогда люди смогут обрести истинно свое духовное предначертание во Вселенной. Научиться любить, забывая про себя. Когда люди поймут, что человек — это его окружение. Когда нет тебя, есть твое окружение, твои братья и сестры. Когда их боль — это есть твоя боль, но твоей боли нет. Твоя радость — это их радость. Вот тогда у человека начнется правильное формирование его духовной ткани. Он станет человеком.